Экспозиция картин стипендиаток городских конкурсов открылась в минувшую среду в выставочном зале Ангарского городского музея. Ученицы первой художественной школы искусств Евгения Карпова и Анна Джунджик представили 10 своих лучших полотен. Работы выполнены в необычных техниках – акварелью, чернилами и перламутровыми красками. Самое большое внимание привлекают яркие фантазийные холсты. Я люблю рисовать натюрморты и композицию рисовать цветными карандашами. Буду, наверное, художником рисовать картины на заказ. Может быть, дизайнером. Там же тоже надо придумывать. В выставках они участвуют постоянно в разных и конкурсах, и в разных выставках от городского уровня до международного уровня. Дети у нас очень активные такие в плане творческой работы, в плане участия в разных вот конкурсах. Каждое такое мероприятие для молодых дарований – это способ продемонстрировать свои таланты и почерпнуть вдохновение для будущих работ. Весной в этом зале пройдет выставка дипломантов первой художественной школы.